Здравствуйте. Многие заметили, что при открытии проводника отображаются папки быстрого доступа, а отображение локальных дисков отсутствует. Только после нажатия на значок «Этот компьютер» появляется отображение локальных дисков. Закрываю проводник и заново запускаю его. И, как видим, по-прежнему отображаются только папки быстрого доступа, а локальных дисков не видно. Давайте вместе исправим эту ошибку. Правой клавишей мыши нажимаем по вкладке «Быстрый доступ», «Параметры». И здесь меняем «Быстрый доступ» этот компьютер. Еще снимаем галочку, где написано «Показать недавно использовавшиеся файлы на панели быстрого доступа». И еще одну галочку снимаем «Показать часто используемые папки на панели быстрого доступа». Тоже снимаем галочку. «Применить». Окей. Делаем перезагрузку проводника. Как видим, все прекрасно отображается. Следующее видео будет на тему, как отключить быстрый доступ к проводнике Windows 10. Кто желает быть первым в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале «Все своими руками 36», то подписываемся на него и не забудем нажать на колокольчик. До свидания.